Всем привет! Сегодня не поверите, я Диму уговорила наконец-то побриться. Раз в неделю бреется, не хочет, отпускает, наверное. Сейчас покажем, как мы бреемся. Приехала в свой поселок родной, где я родилась, прожила большую часть своей жизни. Хочу показать вам нашу достопримечательность. Это наш Брянковский технолого-экономический техникум. Вот, здесь съезжались даже со всей Украины. Есть общежитие большое, но оно в Брянке находится, где студенты находились. Вот такое здание большое. Сейчас уже время почти 3 часа, поэтому студентов не видно, уже отучились. Так, все чистенько, порядочек, побелено, травку покосили. Здесь, я не знаю, пару лет назад, по-моему, сделали такую часовенку. Вот. Вообще так тихо, хорошо, облагорожено. Пойдемте дальше, покажу, что еще есть. Не туда, наверх, повыше. Здесь вот такие вот двухэтажные дома идут. Газ провели. Это, по-моему, перед войной буквально. А так поселок всегда отапливали углем. Потому что были свои шахты, сейчас шахты закрыты, а раньше шахты свои, ЦОВ, поэтому всегда топилось, печки топились, газа не было. А это теперь поселок газифицирован стал. Вот в этом здании раньше было, по-моему, мужское общежитие, а сейчас там, как секта, баптисты, но они вот молодцы, они построили вот детскую площадочку такую для детей, для всех. Здесь все приходят, родители с детками играются. Очень хорошо там обустроено. Крестик наверху. Магазинчик вот такой. Я не знаю, сколько ему лет. Я себе с рождения помню, что этот магазинчик был. Видите, на улице с лежачими местами плацкартными. Если человек устал, может посидеть, полежать. Все обустроено. Вот еще магазинчик был большой, хозяйственный. Ну, сейчас он. Там кое-чего есть. Вот так вот уже и вещи, и обувь. И химия разная, бытовая. По чуть-чуть. Это вот наш памятник
тоже неизвестному солдату, где проходят митинги на 9 мая. Раньше здесь дома стояли двухэтажные, ну, старые, посносили все. Это поликлиника наша, поселковая. Работает, действует, все как положено. Я поближе подошла. Здесь раньше как асфальт положили, вот эти тропинки, здесь и лавочки были. Ну, все равно здесь вот хотя бы травку косят. А лавки все потырили, повырывали. Ну, люди у нас такие. Тоже веночки, по-моему, не старые. Так что у нас в каждом поселке люди помнят, чтят погибших. Вот еще один магазинчик. Вот. Мне за этот магазинчик нужно зайти. Я пойду до сестрички. У нее там урожай. Яблоки, сливы, персики наберу. Свои поели. Теперь на сестрицыны. А назад я буду садиться там дальше, на другой остановке. Там еще покажу кое-чего. Надо было сказать, вот это у нас новое строение, новенький дом. Это вот также вот эта секта баптистов построили для одной многодетной семьи. Ну, по-моему, они там и приемные дети. Вот они за свой счет им построили, и люди живут. Детей там много. Там дальше считается у нас центр поселка. Не сюда. Здесь у нас тоже стоит такой памятничек погибшим за родину. Когда я ходила в школу, здесь и слева, и справа, вдоль всей вот этой дороги, стояли двухэтажные дома. Ну, они такие малюсенькие комнатки были у них. Вообще дворики, туалеты общие. Уже куча лет все это посносили. Но они, в принципе, и сами практически развалились. Вот он, один из уцелевших домов. Это дом или проулок, проход между домом, называется Индия. Почему Индия, я даже не знаю. Привыкли всегда. Вот есть дорога сюда асфальтированная, а есть проход. И всегда, если это, как ты пойдешь через Индию. Почему так называли, не знаю даже. А прямо дорога эта пошла сейчас к школе, где я училась. Вот этот дом с другой стороны. Но видно, люди тут живут, сажают порядочек. Вот и школа моя. Раньше по этой аллее с двух сторон росла сирень. Много, прям густо цвела, такая, запах такой капитальный стоял. Ну, сейчас каштаны. Ну, когда цветут, дети, наверное, заканчивают школу. Сейчас, конечно, просто зелень. Ну, и елочки вот тоже понасадили. Ну, все равно идешь, так прохладненько здесь. Хорошо. Я представляю, годика через 3 елочки эти вырастут. Вообще какая будет красотища. Как в лесу хвойном. Тут пришкольная такая площадочка, наверное, для первоклашек. Ну и так с маленькими детками люди гуляют. Шарики еще остались от 2 сентября. Ну, я же говорю, уже после обеда уже дети уже все домой порасходились. Вот у нас памятная аллея тут тоже героям, подпольщикам. Вот тоже цветы возлагали, наверное, на первый звонок. И гляньте, какую кучу яблок нагребла. Вот. Ведро такое пластиковое. Персиков и сливок у горки. Ну и немножко только покушать. Варенье мы не закрываем. Что-то мы не очень любим варенье любое. Поэтому так покушать немножко взяла. Дима тем более
только персики сладкие ест, а сливы чуть с кислинкой он не кушает. А мне горка нравится. Они хоть и не сильно крупные, но они вкуснее любых слив. Все, иду я уже на остановку, как говорила, на другую. Вот покажу вам этот опять домик поближе. Где-то там многодетная семья живет. Только не знаю, что тут так тихо. Может, они уже выехали. Не знаю, но так ворота бывают открыты. Даже не знаю, что так тихо у них. Смотрю, у нас здесь дорогу залатали. Прям дыр нету. Приятно радует. Вот это центр. Памятник Ленину стоит. В последнее время за Ленин тут был рыночек у нас. Остались плиты. Ну, сказали, тут закрыть рынок. Тут и вагончики стояли. Все, Брянку в центр перенесли. Теперь только люди скупляются по магазинам. Вот. А до этого здесь за памятником стоял большой кинотеатр «Авангард». И мы ходили фильмы, смотрели диски, особенно двухсерийные, нравилось смотреть. Вообще, ну, сейчас только Ленин остался. Вот. Это памятник нашим шахтерам. Это было раньше столовая «Рассвет», сейчас кафе. Вот мой автобус. Вот я нашла в интернете фотографии. Вот Ленин наш. Это вот рыночек. Еще стоял рынок. Еще вот цветочки. Деревья цветут это весной. Сейчас. Вот. Все ухаживает. А это вот совсем старые фотографии. Это когда их пионеры принимали здесь около памятника. Вон он наш кинотеатр «Авангард». Классный такой был большой. Не знаю, что его завалили. Может, некому было обслуживать. Все. Ну, вот так. Вот такая прям площадь была. Большой такой. Мне что-то казалось, он вроде поменьше. Фильмы с двух сторон, которые скоро будут, сейчас ходили в кино. Вот еще фотография, где я вам показывала, что тоже стоит такое погибшим. И сзади еще дом, который еще не совсем был расчищен. Сегодня я снимала, уже там нет ничего, ни камней. А это еще вот полуразвалины стоят. А до этого там, на этом месте, стоял вот такой солдат. А вот куда солдата дели, я даже не знаю. А вот нашла я фотографию, где еще этот солдат, и еще домики вот такие у нас двухэтажные. Видите, стояли они там, ну, в таком состоянии. Но это еще, видите, еще люди там жили. Даже не знаю, за какой-то год. Я думаю, наверное, он со временем уже рассыпался, и поставили тут большой тогда постамент, памятник неизвестному солдату, а этот, наверное, пропал, и поставили тут там другой памятник, скорее всего.